Ребят, всем привет. Простите, что нахожусь в этом как это называется, костюме. Это, короче, вариант для того, чтобы переодеть обычную одежду на серф-костюм. Он прикрывает низ, и можно переодевать, не боясь, что тебя кто-то увидит. В общем, сегодня, пока ехал, думал над комментариями, которые оставляют люди. Ну, по сути, хочу затронуть такую большую тему без негатива. Просто раньше она меня действительно очень сильно задевала, и я мог оскорбиться, я мог обидеться, я мог как-то уйти в себя, потому что я не понимал, почему, типа, люди, почему у людей нету такого, знаешь, посыла, какой есть у меня, какой был у меня. К примеру, сейчас попытаюсь объяснить. Вот патриотизм. Две стороны медали есть у каждого действия, у каждого мышления философского, у всего, мне кажется, есть две стороны медали. Если, допустим, я называю себя гражданином Казахстана или гражданином России или гражданином Америки, и смотрю видео, где человек на китайском языке какие-то интересные вещи делает, рассказывает. И при том, что наполовину, допустим, на моем языке, наполовину китайском, я бы посмотрел на него и такой: «Вау, круто! У него есть возможность в Китае на китайской стене побывать, увидеть, посмотреть эту культуру, изучить язык. Круто!» То есть он бы меня зарядил, и я бы поставил себе, допустим, задачу, если бы мне это действительно понравилось, поехать и, допустим, погрузиться в реалии, разговаривать на китайском языке. Ну, типа, очередной челлендж. Круто. В основном я сейчас стал осознавать, из-за какого, мне кажется, чувства происходит у людей посыл негативный. То есть, когда люди говорят: «Ой, ну и разговаривай на своем языке. Ой, ну и оставайся в той стране». Вообще, по сути, это opposite way. Я считаю, нужно контролировать внутри себя это и говорить: а зачем я это делаю? Если человек имеет возможность говорить на другом языке, у него же получилось поехать в другую страну, у него же получилось, значит, когда-то и я смогу, когда придет правильное время, когда я буду достаточно внутри наполнен или готов к какому-то определенному этапу жизни. Ну, смотреть с перспективой вперед, с возможностью выбрать для себя этот путь, если он нужен, конечно. Такая вот обычная мысль, но теперь она меня беспокоить будет меньше. Пусть это я оставлю у себя на канале, пусть для размышления, может быть, кому-то это действительно поможет осознать по-другому, под другим углом посмотреть на все вот эти вещи негативные, которые происходят. Круто радоваться, круто поддерживать, круто осознавать, что мы люди одной планеты. Кто-то разделил, да, на границы и рамки, кто-то сказал, что вот тебе паспорт, ты теперь гражданин Китая, гражданин Узбекистана, гражданин Голландии. Но ты такой же человек. Мы как вид, мы не дельфины, да, мы не птицы. Мы находимся на одном уровне, что называется, люди. Из-за того, что у нас разный цвет кожи, разная рост, метрика, вес, качество кожи, и все это все равно сводится к каким-то физическим, к телу, да, качествам. Но если мозг и сознание функционируют плюс-минус одинаково, помести физически разные тела, разный цвет кожи в одно языковое пространство, в одну ментальность, и они плюс-минус будут одинаковыми. Соответственно, различия у нас в голове. Я действительно хочу сказать, что хочется нести мысль, что гражданин мира означает объединение, unite. И в русском языке есть такое слово «миру мир». Я помню, что мы всегда употребляли выражение «миру мир». Когда говоришь слово «война»,
это по сути уже негативный оттенок. Нет войне, это уже негативный оттенок. Я считаю, нужно говорить миру мир, распространять объединение и видеть положительные качества в других людях. Ведь когда ты видишь, что кто-то отличается от тебя, это уникальная возможность взять для себя что-то новое, чего в тебе нету. И из этого состояния можно расширяться, развиваться, расти. Я пошел серфить, забегаю в океан, всех обнял, пока.